приехала икона Казанской Божьей Матери. Отец Александр и матушка Валентина с детьми приехали. Я хочу сказать, что ко мне вчера вечером пришел друг. Мы до этого все приложились к иконе Божьей Матери, помолились, поблагодарили за то, что она нам дала, за то, что она исцелила непосредственно меня своими молитвами. А вечером ко мне пришел друг, и я предложила по своему желанию, хочет, не хочет приложиться. Он не особо верующий, он как бы такой современный, модный, фантовитый немножко, и он как бы говорит, я не по этим всем делам. Но в итоге перед выходом говорю, ну может приложишься, раз такая святыня у нас дома, мы хотели к ней ехать в Тюмень полгода назад, раз она у нас дома, то может приложишься. Ну и он приложился там, попросил по своим нуждам. И когда он уже выходил, он выходил, я просто не ожидала. Он выходил, это такой человек, который там весь из себя, который весь модный. Он это говорит, Надя, ты видела? Ты это видела? Я говорю, что? Что? Да что видела? Ты приложился, ты помолился. Он говорит, я такого тепла еще не чувствовал. Вот так вот полностью я приложился, и я так чувствую вот такое тепло. Вот. То есть это действительно чудотворная икона. Это действительно большое и ценное сокровище. Поэтому хочется сказать, что чудеса в мире есть, в них просто надо верить и чувствовать. Слава Богу за все, за такую возможность почувствовать на себе вот эту Божью помощь, Божью благодать и помощь Царицы Небесной. Спасибо, Господи, за это.